Буэнос диас, перцы. Я один раз весну возряю ваш экран, а это значит, что мы продолжаем раздавать не иллюзионных ниццу в Pick Most Wanted. И сегодня наша задачка сделать три пари, натянуть босса и купить себе наконец новое ведро. Ну чё? 255 километров в час на эту камеру. Дайте посмотрю, где конкретно она стоит. Да, она позади. Ну вот и отпад. Тогда пойдем по этому борту, чтобы сильно скорость не терять. Игра выбором точки старта попыталась нас подъебнуть. 255 нам надо втулить. Нет. Ух. Ебучий тики. Ебучий-то случай, дочек, понял. Юго-восток, внимание. Сообщение, код 6. Ехал на юг. Через Сен, через Квэ. Патрулям в этом районе приготовиться. Сейчас попробуем. Еще подробности есть? Нарушитель на зеленом Митсуби. Хорошо, я неподалеку. Вызов принят. Высылайте координаты и все данные на это дело. Видишь, что есть. А, вон он ездит. Спаун. Ах ты, пидор! Вижу нарушителя. Приметы совпадают. Оставайтесь на связи. 10-4. 10-4. Он уходит. Код 3. Погоня. Внимание! Начинаем поиск. Объект скрылся. Внимание! Поступила информация, что код 6 двигался на юг через Сен, через Квер. Указанный район будет охуеть. Оцеплен. Код 6 не отменяется. 16 секунд. Так, ладно, едем снова на стартовую позицию. Диспетчер, это Сьер-1. Высылайте 10-8-5. Я одна в районе. Внимание! Погоня отбой. Продолжайте патрулирование. Там 255 нам надо сделать. Сука. Чуть-чуть, блять, не хватило. С петель заходить — это такое себе удовольствие. Поэтому снова разворачиваемся и в бой. Ебучий контейнерный случай. Блять, еще и дождь. Ну кайф, чё. Сейчас надо поэкономить, потом можно тут приперчить немного. Блять, опять мусорка. Сука.
и есть контакт наконец-то. Так, раз. Камера. 230 на этой камере. Не на этой. Эта камера здесь явно не вчера висит. Есть контакт. И последняя камера. 180. Угу. То есть можем попробовать ворваться вот так с перегиба. Есть контакт. Говорят, камикадзе полгорода на уши поставила. Тебя ищет? Она сумасшедшая. Поехали. Два спринта. В принципе, должно быть весело. Мирин против Развалюшина. Прыг нахуй. Ну да нахуй ты мне копов тащишь, ебанашка. Ну сейчас булю ты сейф. Сумасшедшая. Ну, опять японка против европейки. Давай. Самое смешное, что за рулем европейки таки японка. А за рулем японки европеец. Охуеть. Да ёбжешь твою ж мать же ж. Вжух. Интересно, как я буду после Развалюшина пересаживаться на Астон. Развалюшин же маленький и юркий по сравнению с Астоном. То-то ведро, блядь. Большое, тяжелое, невъебенно быстрое. Ну, по крайней мере, это еще. Только эта хуйня внеземная от меня все равно съябывает.
Хотя я эту хуйню неземную уже вижу. Да, блять. Пизда его, Иваныч. Меня может спасти только чудо. Он сейчас где-нибудь въебется. Это габыл. Еще разок. Так, продолжаем топить. Не, второй прогон у меня получается бодрее, как я вижу, погляжу. У меня же пальцы ломит нахуй. Но это другой разговор. Дождь. Сцепление уменьшилось. Я что-то хуй понял. Ты куда там так втопило? А? Жалко, здесь нет такой фишки, как во втором андеграунде, здесь нет слепстрима. Ну вот еще. Топим дальше. Че, красотка лихо себя надрал, да? Ах ты ж, блядь. Бля, вот самое опасное место осталось под конец. Дамай же ж твою за ногу. Пизда узкоглаза. Ну и кто бы сомневался? Так.
третий раз. Первый раз я прошел эту хуйнищу чистый, без бряка. А еще знаки не имеют коллизий, казалось. Выше определенного предела, то есть... Я пролетел сквозь знак, и вы видели. Блять, все равно выкидывают налево. Все по заветам Формулы 1. Широкая траектория, спиливание апекса, хотя апекс я так и не спилил. Что, красавица лихая тебя надрал, да? Грязное вождение тоже имеет смысл. Похоже, она опять встряла. Первый спринт завернули, поехали дальше. У меня же башня будет на самом деле. О, двухполосочки. Мои любимые. Хуйня внеземная постоянно будет на них оттормаживаться в виде трафика. Особенно встречный. Так, немножко спрямить острый угол. Далька. Не хуйня. Поехали дальше. Прямо что ли? Блять, минус срезка.
Да ну нахер! Вот так встреча. Я думал, тут трафик стоит. Ею тюкнутый, а ну он как. А, мне тут срачник подставляют. Хотя я ее так и так выебу. Поэтому мне даже то, что она подставила жепь, мне как бы до лампы. Бля, сейчас бы как волнуть от души нахуй. Кэмбринское очко. Еще одно очелло. Любит она всякие такие дыры, блять. Три четверти за бортом. Петлищи ебучие. А, здесь же нет такого прохода, как в Роузвуде. А то было бы весело, на самом деле. Обидно проебать перед самым финишем. Ну нет. Фу, и 48 тысяч с гонки с боссом. Можно спокойно выставлять средний палец. Сейчас, если мы еще возьмем целочку, это будет охуенно. В прошлый раз она была на левом этом самом. Блять, опять мимо. Чувак на Ламборгини, вот это реально пиздец. Ну и волну ты поднял. Все повыползали из нор посмотреть, кто таков, а копы просто не знают, куда деваться. В списке перед тобой только пятеро, и двое из них — щенки Рейзера. Я в тебя верю. Насколько помню, Вебстер и Ронни. Так, что у нас там по хронометражу? 23 минуты. Наверное, все-таки прервусь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.